хочу показать, чем я сегодня вечером занимаюсь. Вот. Пошла немножко, думаю, ягодки пособираю. И пошла, и пошла. А потом Валера присоединился. Вот, нельзя остановиться. Вот. Еще потом уже все. Сказала, хватит мне на сегодня. Сейчас уже 7 часов вечера. Вот я ее уже всю почистила, помыла. Вот эту вот ровненькую, красивенькую оставила на... Сделаю варенье. Вот такая вот. Чтобы одинаковая была. Здесь очень сложно выбрать. А вот такая побольше. Побольше. Я ее потолку. Мне ее не жалко толочь. Мне еще больше были я толкла. Потому что своя. Что ее жалеть? И уже наелась. Все уже наелись, но еще бы. Глаза смотрят уже, но уже не могу. Уже получается пытка клубникой. Уже не лезет. Ну, сейчас еще через часочек опять захочу. Сейчас как на морожу опять. У меня в том году много было. На всю зиму хватило мороженой. Ну, что гости не приезжали. Сибири. А нынче должны приехать. Вот. Я наморожу им ягодку, потолкую ее крупными кусочками. Чуть-чуть сахарка. Приедут. Надеемся, что и внуки приедут. Вот. Всем будет ягодка. Вареница сварю. Такая вот у меня красота сегодня. Ну, буду работать. Вот такой толкушечкой я толку. Вот, знаете, немного потолочь. Вот, все, пускай вот эти вот, даже где-то ягодки останутся. Пусть они будут, они соком пропитаются и будет замечательно. Раньше в блендере я делала. Ну, как-то вот эта масса однородная, она мне не впечатлила. Это вкуснее. Вот. Потом сюда сахарку добавляете по вкусу. Ну, где-то у меня примерно на 5-литровое ведро получается. Даже не на ведро, а вот на такую кастрюльку. Вот кастрюльку вот толченую. Получается где-то стакан сахара всего. Можно поменьше, можно побольше. Кто не любит, вообще можно без сахара. Но я люблю, когда немножко, чтобы сладенько было. Вот это совсем немного. И потом раскладываем уже. По контейнерам. Вот такие вот я контейнера загрузила. Вот. Они с крышечками, знаете, наверное, продаются везде. Закрываем и убираем в морозилку. Еще хочу сказать, что вот когда будете толочь, надолго не оставляйте. Сразу потолкли и сразу убирайте в морозилку. Потому что оно, ягодка дает сок и будет более водянистой. А так она останется такая более густая, пюреобразная. И когда разморозите, будет очень вкусная. Будет. Одновременно я вот засыпала ягодку сахаром в кастрюльке. Вот у меня на 4 килограмма, здесь большая кастрюля, 10-литровая. Я 2 килограмма сахара насыпала. Вот. И здесь вот тоже. Здесь 2 килограмма. Килограмм сахара насыпала. Я вот включаю медленный огонь. Не оставляю на ночь. Не оставляю на ночь, чтобы она сок дала. А она сейчас вот пока ягодку толкла, видите, уже сок выделился. Вот. Сейчас вот она закипит, она не будет такая водянистая. И оставлю на завтра. А там уже еще раза, ну, сами знаете, 2-3 приема варенья. Варить. Вот. Так удобнее. А сахар я потом посмотрю по сладости. У нас сладкая ягода. Вот. Сахара не хочется много. И закатывать. Вот. Пойду доделывать ягодку в морозилку, складывать. Вот видите, когда вот кусочки, то она очень приятная такая получается. Вот. Не просто... Пюре, вот представляете, зимой так вот разморозишь, что такая, и там ягодки попадаются. Такая прелесть получается. Очень вкусно, ароматно. Сейчас, конечно, уже не ощущаешь особо вкус, особенно потому, что наелись этой ягоды. Ну, а зимой, конечно, это будет очень
Замечательно. Сейчас будем складывать морозилку. Вот у меня здесь вот отсек с большими такими коробочками для гостей, чтобы сразу скушать. Вот, надо еще будет подморозить. Здесь вот у меня с маленькими. Он еще пустой. Это вот у меня за два дня, ну, практически два ведра ушло ягоды, и не видно. Благо, что своя ягода, можно хоть сколько ее делать, морозить. Вот. Потом еще здесь вот отсек у меня небольшой вверх, больше ничего не входит. Я сюда мешочки такие сделаю, которые закрываются. Тоже наполню их ягодой и уложу плотненько. Здесь входит и войдет очень много. Вот. Это все буду морозить ягодой. И там потом еще освобожу и тоже заморожу, чтобы побольше было. Ну, вот ягода пустила уже такой вот сок. Скоро закипит. Так, слишком не мешаем. Немножечко вот так вот ее. Но я не буду весь процесс приготовления варенья вам показывать. Есть много видео. Вот сейчас она закипит и оставим до утра. А там еще завтра несколько приемов, к вечеру уже варенье сварится. Спасибо, друзья, что оставались с нами. Может быть, что-то почерпнули из этого видео. Всем мирного неба. До свидания.